Жители Ленинского городского округа продолжают активно поддерживать бойцов на передовой. С начала года в зону СВО было отправлено более 20 партий помощи. В зону проведения специальной военной операции был отправлен еще один важный груз с необходимым оборудованием, который поможет при выполнении боевых задач. В данном грузе у нас квадрокоптеры «Мавики», также у нас инкубатор 2.0, это средство усиления для тех же «Мавиков». Патроны «Перехват» на кевларовой нити, это разработка наших специалистов. Тарелки спутниковой связи «Старлинк», которые тоже очень хорошо себя показали в зоне боевых действий. Сбросы, накольники в количестве 4000 штук. В сборе техники участвовали представители администрации муниципалитета и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 14 по Московской области, а также другие общественные организации. Ленинский городской округ совместно с администрацией передает оборудование ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. От Молодежного совета межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области передаем помощь для нашей общей победы. Как считают участники мероприятия, сейчас самое главное в это непростое время не оставаться в стороне и вместе идти к победе.